предпринимателям Башкортостана доступны льготные кредиты для пополнения оборотных средств и реализации инвестпроектов. Новые меры поддержки Банка России анонсировал на заседании антикризисного штаба управляющий Нацбанком по республике Марат Кашапов. В частности, речь идет о программе оборотного кредитования. Для малых предприятий ставка составляет до 15%, для средних – до 13,5%. Льготный займ предоставляется на срок до 1 года. Максимальная сумма кредита для предпринимателей – 300 миллионов рублей, для среднего бизнеса – до 1 миллиарда. Также действуют инвесткредиты по аналогичным ставкам. Их выдают на более длительный срок – до 3 лет. Мы налаживаем сейчас мониторинг работы банков с этими заявками. Знаем, что заявки поступают уже, ну, некоторые суммы уже, там, несколько миллиардов рублей выбирается. И наша задача сейчас по мере внедрения этих программ выбрать максимальную квоту на республику. Я вот обращаюсь тоже к нашим банкам, хотел бы их призвать быть более активными вот в этом плане. Также предприниматели могут оформить кредитные каникулы. Мера поддержки распространяется на тех заемщиков, которые заключили договор до 1 марта этого года. Одно из условий для получения льготы – падение доходов более чем на 30%. Кроме того, бизнесу компенсирует банковскую комиссию за пользование системой быстрых платежей. На реализацию программы выделяется 500 миллионов рублей.